Такой была эта среда глазами наших корреспондентов. А какие новости у кировчан? Давайте посмотрим. На собрании вот поучаствовал. На полезном. Купил конфет. Внучка в гости пришла. Фрукты купил экзотические. Я иду вновь на семинар в театр на Спасской для того, чтобы получить какие-то новые знания. Премьера спектакля «Бременские музыканты» в театре на Спасской. Сегодня проходит там фестиваль «Пятка. Адрес детства». Это у нас у руководителя оркестра день рождения у Чубарова Александра Николаевича. Меня угостили репкой.